Добираться из Барнаула в Новосибирск станет еще проще. РЖД собирается построить между городами скоростную магистраль. Компания рассказала о новой программе развития высокоскоростных перевозок по стране в ближайшие 15 лет. Один из проектов первого этапа программы – развитие железнодорожного сообщения между Барнаулом и Новосибирском. Согласно плану, скоростная магистраль должна появиться до 2020 года. Стоимость проекта – больше 60 миллиардов рублей. Финансировать строительство РЖД планируют на условиях государственно-частного партнерства. Компания готова предоставить инвесторам доли в проектах, сохраняя контроль за собой. Кроме Сибирской магистрали, новые дороги появятся также между Челябинском и Екатеринбургом, Тулой и Белгородом, Адлером и Москвой.